Привет, я Сами с FuzzyAcademy.com. В этом видео я покажу вам, как исправить сообщение об ошибке «файл или каталог поврежден и нечитаемым». Такое поведение может произойти, если файл индекс папки или файловая система главной файловой таблицы MFT или файл Allocation Table FAT поврежден. Мы можем восстановить поврежденный индекс файловой системы папки или файла, используя Chkets. Чтобы сделать это, выполните следующее действие. Нажмите кнопку запуска «Написать CMD» в окне поиска, тогда в результате поиска щелкните правой кнопкой мыши на CMD и выберите «Выполнить в качестве администратора». В поле «Открыть» введите команду chkets.fd, где D – это буква диска, на котором поврежденный индекс файла, папки или файла система существует. Нажмите «Ввод». Если жесткий диск большой, Chkets может занять несколько минут до нескольких часов, чтобы закончить. Когда программа Chkets обнаруживает проблемы с файловой системой, а попытки, чтобы возместить ущерб, потеря данных может произойти, это не рекомендуется. Работает Chkets F. Ключ командной строки. Если у вас есть полное резервное копирование жесткого диска, если Chkets не может работать, так как громкость в использовании, нажмите Y на вопрос, вы бы хотели, чтобы сила соскок на этом томе. Надеюсь, эта информация полезна. Спасибо за просмотр. Академия Фузи, пожалуйста, как подписаться, поделиться видео, а также посетить наш веб-сайт fuzzyacademy.com.